Всем привет! Всем привет! Сегодня 13 апреля. Наши щенки меняются, обрастают шерстью. Да, и шерсть уже требует... прям богатая у нас. Да, это уже настоящий шпиц, да? То есть нужно ухаживать за шерстью. Вот мы решили каждого щенка привести более-менее в порядок, расчесать. Маша вот расчесывает. Заодно посмотреть реакцию каждого щенка на эту процедуру. Нравится, не нравится. Малыш, скажи, а куда деваться? Косяка давит. А то потом мамка кушать мне не даст, когда просить буду, да? Придется молчать, скажет. Пробую маленькой расчесочкой, такой типа гребня, ну, то есть чесать, не... и пуходерочкой. Цель, наверное, не прям совсем вычесать. Нет, цель не вычесать особо, а чтобы, да, просто, ну, под шерсточек поднять всю нашу богатую шубку. Я думал, что малыш будет пищать, если, потому что малыш у нас, кстати, потешит. Просит кушать громче всех. Ох, он меня прям караулит. Стой, мой хороший, глазёшь, как бусинки пишут. Лежи, лежи, лежи. Кукольный мальчишка этот. Ну, молодец, терпит. Козы, я просто знаю, что у мамы никуда не денешься, все равно придется терпеть, да? Ну, кстати, я думаю, что щенки все-таки чувствуют, да, вообще собаки чувствуют вашу слабость. Если они чувствуют, что вы будете жалеть, не стоит было прикоснуться, только получать расческу, они уже начинают пищать. Это мы уже проходили. Так что нужно... У нас Белла в этом плане очень хитрая. Пожестче, да, то есть вот надо свой характер тоже проявлять, показывать где-то. Вот он сейчас вот терпит, должен терпеть. Он должен понимать, что никуда не деться. Тут еще особой боли нету, тут еще негде запутаться особо. Маша расчесывает, но я смотрю, прямо на глазах преображается. Очень заметно. То есть, когда вот шерсть ухоженная, прям совершенно другой вид у щенка. Вот смотрите, какой он уже становится. Бабушка Оливия не привыкла к такому, она привыкла жить так, как ей хочется. Вот, смотрите, как она психует. Но малыш не сдается. Решила, значит, задобрить малыша, и поэтому сейчас его нализывает. Так. Малыш уже в строю. А это рыжулька-лохматулька. А сейчас будет причесулька. Ну, посмотрим, как же она. Вот не смотрите, пищи. Ага. Тут еще даже негде было. Ну, привыкать-то надо. Ты все-таки не чихуажа, а шпиц. Ага, вот, кто кусает. Вот ага. Как мы говорили, да. Молча, но... Ага, ой, молча. Да ладно еще. Не молча никак. Ты прям нежное создание, как я погляжу-то. Конечно, напряглась рыжулька. Привет хозяевам новым. Вот смотрите, в принципе, девчонка справилась нормально, я считаю. Ну, пару раз пыталась вначале кусить, ну, сейчас нормально. Ну, от мамки ты не удерешь в любом случае. Девчонка хорошая. Привыкать придется, от мамки не удрать, да? Копошатся наши бутузики, поели. Вот целая кучка шерстяная. Ничего, скоро пойдем на процедуру, которая, наверное, не очень-то вам будет приятна. Две девчонки вот решили покусаться. Кто рычит у нас? Рыжулька? Рыжат друг на дружку смотрят и рычат. Вот малыш пошел на падение. Ну как же без тебя-то? Ну а мы сейчас обедать и за расчески. Девчачьи разборки. Так. Только я камеру взял. Все, вмешался, крепыш. Было интересно наблюдать, как две девчонки выясняют отношения. Крепыш решил и то поддать. Вот такой он малый. Везде подоспеет. Денек сегодня солнечный. Отлично у нас на улице сейчас. Следующий у нас парень. Крепыш. Да. Дергаться бесполезно. Солнце настолько сегодня яркое, что я даже не вижу
что снимаю, скажем так. Отсвечивает сильно. Ну, у нас это хорошо освещаемое единственное место. Потому что на кухне там балкон, как бы часть света забирает. Плюс мы там чуть-чуть затонировали окна. Вот, и здесь тоже надо уже пленку вешать на окна, потому что у нас летом солнце сильно палит и цветы сжигает. Вот терпит. У рыжульки у нее такая более рыхлая шубка. Да, более воздушная, скажем так. Да, а у этого более такая плотная, но она по длине меньше, чем у рыжульки. У рыжульки она более такая длинненькая. Так. Этого тоже сейчас аккуратно. Вот сейчас, кстати, смотрю, малыш выбежал, я его сразу же узнал, потому что все-таки он, когда ухоженный, его легко отличить от непричесанного. Лежи, не валяшка мамина. Терпеть надо, да, ребятки. У мамы так. У мамы так. Не забалуешь. Нет, мы еще тут не все. Это тебе не рыжульку дергать за хвост. Мы еще тут не все закончили. Сопит, кряхтит. Еще лежи. Лежи. Стой. Зубки расчешем сейчас. Зубки расчешем. Что-то не понравилось тебе, да, мужичок? Да, конечно, мама уже мне под шерсток полезла. Скажу, что это? А как ты хотел быть директором мясокомбината, да? И неухоженным. С таким важным видом. Ох ты там. Не ворчи. Не ворчи. Крепыш решил сдаться, я так понимаю. А куда ему деваться-то? Решил сдаться, да? На тебя это не похоже. Ты до последнего идешь всегда. Стой. Если ежедневно по чуть-чуть хотя бы их расчесывать, то я думаю, что нормально будут реагировать. На выставках мы с тобой замечали, что собаки, вот шпицы есть, такие стоят, им даже нравится, когда их расчесывают. Ага. Глазки закрывают, даже засыпают. Я красивый парень, да? Конечно. Да. Мамин зайка, да. Это пивунька пришла на процедуру. Да? Давай, мой зайчик будет маму чесать. Только что проснулась. Пивуня. Дюймовочка ты. Не успела открыть глаза, как уже все пристают ко мне, да? С какими-то железяками тут колючими. Дюймовая прятаться пошла. А, любит под шторкой спать. Вот сейчас я ее еле нашел. А, спрячься за лежанку, под шторку. А, это самая у меня крутлявая девчонка. Ти, мамин зайка. Лежи, мамин зайчик. Ну, знаешь, все равно, вот как бы она не крутилась сейчас, самое главное то, что она позволяет все равно. Не особо-то она вырывается. В прошлом случае были, кто у нас, маркиз, да, не любил. Он прям маркиз рычал, нас, кусался. Он нас загрызал. А дышит-то как? Давай, мама, будет так тебе. Давай. Ложись. Лежи. Ой, красавица, мамин. Папина дюймовочка. Проснется, а? Бежит ко мне, если меня увидит. Ну, рыжулька тоже вместе с ней любит. Любит, когда я ложусь, с волосами моими играть. Укусила что тебе? Расческу пытается. А, расческу кусает. Не крутись. Вот так вот. А мы думали, что ты у нас спокойнее всех будешь эту процедуру переносить. А кряхтит, аж прямо из носа, смотрите, влажность выделяется. Стой. Кряхтунья. Жопку чесать будем. Стой. На этой нотке, я думаю, что мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Ой, аж оплята, да. Ты трусливая. Я чувствую, что у нас улица будет вторая Бетти. Заодно мы вам еще раз показали щенков наших крупным планом. Вот, на, смотри, как обиделась. Аж глазки щурит. Смотрите. Думаю, вот так обиделась девчонка. Ну все, тогда будем завершать этот выпуск. Спать лягу, говорит. Да, надоели вы мне, скажи. Ну, все. На этом все. До завтра. Да, всем пока, до завтра.
типа, из окна.